Психолог должен быть на ступень выше, вот именно вот в том моменте, в котором он помогает клиенту. То есть он не должен накладывать свои страхи на клиентские страхи. Поэтому, конечно, психолог, который будет помогать в голодании, он должен пройти вот этот путь. Окей. И поскольку я встретилась со своими трудностями, я голодаю 30 лет, но у меня периодически включались трудности в голодании. Трудности бывают при подготовке, когда человек начинает есть все подряд, потому что надолго скажет goodbye своей любимой еде. То Да. есть он ест впрок. Да, потом, значит, первые 3 дня есть много сомнений, потом еще 5 дней, и там всякие кризисы очистительные, да, там могут быть неприятные ощущения. Потом плато может наступить, когда ты ничего не ешь, а твое тело почему-то не теряет, например, вес. Потом выход из голодания, чтобы не сорваться, да, потом нужно, ну, побыть на соках, чтобы твой организм все-таки не перешел, не вернул себе всю ту еду, которая создала проблему в самом начале. Вот, то есть Да. голодание – это очень обширный инструмент лечения, и поэтому для меня, вот я себе ставила такую задачу, чтобы он у меня работал, чтобы мое голодание было как Rolls-Royce инструмента здоровья, чтобы я сидела на своем голодании и рулила как на Роллс-Ройсе, потому что я хочу только омоложение. Вот Лена знает, что мне 58, 85, 58 лет, да? Но когда мне было 57 лет, я сказала, не, у меня следующий день рождения 56, следующий день рождения 55. То есть у меня была дикая проблема с моим возрастом, потому что я упорно, вот как эти все бабушки ну, и дедушки, которые говорят, я себя чувствую на 20, блин, какие там, вот. И вот люди так себя чувствуют, но одно дело, что в голове мы все, конечно, дети, потому что это квантовый мир, потому что наше прошлое, то есть мы чувствуем боли прошлого, детские боли, боли подросткового возраста и даже страх смерти, в которой мы еще не были, да, и одновременно боли нашей экзистенциальной боли. Вот, одновременно, как это мы можем чувствовать? Потому что это квантовый мир, мы можем нырять. Вот, поэтому за счет голодания можно действительно помочь себе действительно омолодиться именно на телесном уровне, на энергетическом уровне.